Привет! С вами снова я, Ди. Что, соскучились по мне? Я тоже. Кстати, ты куда пропала? Я худела. Охудевала. Я думала, неужели наши клипмейкеры, чудотворные их ручки, научились снимать нормальные клипы? И это... Нет? К счастью. Давайте поговорим о любви. Она бывает разная. Алмасинские пробки. Да, не такое дело с людьми. Фу, стойте, это пробки тут ни при чем, что ли? А, кетчуп цинкас. Выглядит как настоящая кровь. Я могу показать другушу, пока течет мой любимый кетчуп. Режиссер клипа в школе изучал немецкий. Ну, или вырос на немецких фильмах. Иначе он бы понимал, как переводится. Помолвичка, все будет хорошо. А предложение это лозунг маньяков. Ну, или начинающих маньяков. Или слоган производителей Виагры. Нельзя причинять боль, когда любишь. Я тебе говорила не ссать мои туфли! Не ссать мои туфли! Это не я! А когда у нас кризис? Осенью. Да? А клипмейкеры уже начали экономить на локациях, на визажисте, на сценах драк, на актерах. Когда зарубежные артисты воруют идеи наших клипов, господа, это успех! Ладно, давайте о приятном. Гляньте на красотку Элю, которая грустна и одинока. Знаю я, это так, мое сердце. Я не понимаю, что она трогает себя. Трениями горю не поможешь. Вон, лучше бы обогреватель включила бы. В конце концов, кто же ее согревает? Мустелла нивалис. Ласка обыкновенная. Хищное млекопитающее семейства куньих. Строением тела и окраской меха напоминает горностая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами все это время была Ди, стимулятор казахстанского клипмейкерства.